В эфире новости, в студии телерадиокомпании «Муравленко ТВ» Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Обсудили развитие бизнес-инфраструктуры в регионе. В ноябрьске прошло открытое заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ямал-Ненецком округе. Просроченные продукты до сих пор находятся на прилавках магазинов. Участники проекта «Народный контроль» отправились в очередной рейд по торговым предприятиям города. Знаменательное событие для православных христиан. В Муравленко привезли абалакскую икону Божией Матери – знамение. На Ямале многодетные и малообеспеченные семьи будут получать ежемесячную денежную выплату в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей. Окружные парламентарии поддержали в окончательном чтении эту меру социальной поддержки. Она носит временной характер. Выплата назначается в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей и выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста. Сейчас в Ямало-Ненецком округе прожиточный минимум на одного ребенка составляет около 10 тысяч рублей. Однако эта цифра ежеквартально пересматривается. В этом году прогнозируемое число потенциальных получателей этой льготы составляет более 640 человек. На эти цели планируется выделить из окружного бюджета около 79 миллионов рублей, а предварительный объем средств, необходимый для ежемесячной денежной выплаты до 2017 года, составляет 560 миллионов. Предприниматели и власти округа обсудили развитие бизнес-инфраструктуры в регионе. В ноябрьске прошло открытое заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком округе. В нем принимал участие и глава региона Дмитрий Кобылкин. Во время мероприятия владельцы малого и среднего бизнеса представили свою продукцию на специализированной выставке, а во время работы дискуссионных площадок говорили о том, какие формы финансовой поддержки интересны ямальским предпринимателям. Анна Карамаврова продолжит тему. Хлебобулочные изделия, молочная продукция, изделия из кожи и неопластик. Далеко не весь ассортимент товара и уникальных новинок, которые привезли предприниматели со всех уголков округа. Среди почти 200 идей производственной новинки муравленковских бизнесменов не остались незамеченными. Наш город представили Павел Маливанный, Владимир Трофимов и Салават Бахтияров. Особое впечатление на губернатора произвела продукция «Горячий хлеб». Дмитрий Кобылкин отметил и похвалил высокое качество хлебобулочных изделий. Все натуральные продукты, без добавок. Без добавок печенья у нас. А можем мы у вас возьмем с собой? Конечно, так мы же вот вам. Конечно. Открытое пленарное заседание стало центром дискуссий и мнений. Совет является коллегиальным совещательным органом. Он фактически формирует направление региональной политики по развитию и поддержке предпринимательства. Открывая заседание, глава региона в своем обращении обозначил основные этапы развития экономики Ямала. Я вижу задачу власти в том, чтобы мы сделали максимальный рынок сбыта, чтобы мы пробили новые железные дороги, автомобильные дороги, порты, чтобы мы ушли в реализацию той продукции, которую мы будем производить здесь, с огромной высокой себестоимостью. Нынешнее время, безусловно, требует новых идей строительства железных дорог, автомагистралей, морского порта. Движение главной цели – доступ к мировому океану, обеспечит устойчивую поддержку экономики не только полуострова Ямал, но и всего Уральского федерального округа. Выигрыши останутся как предприятия-гиганты, так и представители малого и среднего бизнеса. Большие возможности – большой потенциал. Но еще раз говорю, нужно, на мой взгляд, двигаться за спросом. Человек должен формировать нам понимание того, какой бизнес, какое предпринимательство здесь будет процветать и будет жить. Вот это очень важно. Без малого, как известно, немыслимо большое. Малое предпринимательство – одна из составляющих всего делового сообщества региона. Ресурсное обеспечение действующей программы, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, более миллиарда рублей. Это средства федерального, окружного и муниципальных бюджетов. Однако, как в любой другой сфере, в бизнесе тоже есть ряд проблем. Есть очень большая такая проблема, которую нужно решать, то, что молодые и неудачные предприниматели уезжают не только с России, но и с одного округа в другой. За два года, несмотря на финансовую поддержку, которую получили более 300 предпринимателей, почти шестая часть из них была вынуждена свернуть производство. Одни не выдержали конкуренции, другие оказались нерентабельными. Власти округа призывают бизнес-сообщество идти по пути востребованности. Дискуссия о реализации возможностей ямальских предпринимателей была оживленной. Представители бизнес-пространства получили ответы на интересующие вопросы и сделали выводы. Меня затронуло то, что в условиях, когда, скажем так, уходит большая нефть,
высвобождается масса рабочих мест, округ и руководство округа все-таки идет и понимает то, что необходимо создавать новые рабочие места. Как один из гигантских компонентов по созданию новых рабочих мест, и нужно рассматривать кластер малого и среднего предпринимательства. И вот то, что власть идет на диалог с субъектами малого предпринимательства, вот это и впечатлило. Разумеется, в рамках двухдневной работы окружного совета озвучить абсолютно все идеи ямальцев невозможно физически. Поэтому все представленные предложения будут рассмотрены, изучены, систематизированы и станут основой составления резолюции новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства округа на 2014-2016 годы. Анна Карамаврова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Партийный проект «Народный контроль» продолжает свою работу. За 4 месяца контролеры Муравленко посетили около 20 торговых точек с единственной целью – проверить соблюдение законов в сфере торговли и оказания услуг населению, а также качество товаров на прилавках. По результатам рейдов в городской отдел Роспотребнадзора направлено 5 заявлений с жалобами на нерадивых предпринимателей. Сегодня народные контролеры вновь отправились в 2 крупных магазина города. Результаты инспектирования в сюжете Надежды Деминовой. Сегодня в центре внимания народных контролеров магазины «Молодежный» и «Монетка». В первом особый интерес вызвали витрины с молочкой, консервацией и скоропортящимися товарами – тортами, салатами. Замечаний не выявлено. Единственный недочет касался выпечки, лежащей на витрине без пакета. Предприниматель пообещал исправить ситуацию. Выкладывать свежий товар на витрины, чтобы не было просрочки – это наша обязанность. Это не для кого-то, а для себя, для безопасности покупателей. А в «Монетку» контролеры отправились после поступившей в их адрес жалобы от покупателей. Нарекания были в том плане, что неправильно были оформлены ценники. На витрине находился один ценник, а при расчете на кассовом аппарате пробивалась сумма совершенно другая, стоимость пробивалась. По словам предпринимателя этого магазина, недочет уже устранили. В этом убедились и сами контролеры. Но на одном из мясных изделий заметили опечатку завода-изготовителя. Вместо 2013 года здесь 03 год. С 3 апреля 03 года до 2 июня 03 года. А вот на другой витрине просрочка явная. К примеру, срок годности этой сушеной рыбы закончился 2 апреля. Партию просроченного продукта с витрины убрали лишь после предъявленных замечаний. Видим, что руководство магазина принимает меры по устранению тех замечаний, на которые указываем мы, на которые указывают предприниматели. Поэтому, если предприниматели будут стараться улучшать качество обслуживания, то это хорошая тенденция, и мы будем этому содействовать. Главная цель рейдов народного контроля – не наказать, а напомнить предпринимателям правила торговли. И, как показывает практика, это достаточно действенный метод защиты прав потребителей. А это значит, эта работа будет продолжена. В то же время особое внимание приобретаемому товару обязаны уделять и сами покупатели. Надежда Деминова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Накануне в Муравленко произошло знаменательное событие. В город привезли Абалакскую икону Божией Матери – знамение. Во вторник у храма ее встречали прихожане и жители города. Под пение тропаря икону внесли в храм. После благодарственного молебна все желающие получили возможность прикоснуться к святыне Тобольского края и помолиться. Господь, явися нам, благословен грядный во имя Господне, исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его. Чудотворная икона Богородицы – самая почитаемая в Сибири. Образ был написан в 1637 году лучшим иконописцем Тобольска. Постоянное место пребывания святыни в Абалакском мужском монастыре. В нашем городе икона пробудет 2 дня. В это время в храме Преображения Господня будут совершаться молебны. Муравленко – один из многих городов епархии, где в этом году побывает Абалакская икона знамения. Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». Контроль качества продовольственных товаров – дело государственной важности. Руку на пульсе в этом вопросе держат специалисты Роспотребнадзора и эксперты народного контроля. Однако далеко не все предприниматели осознают ответственность за свою работу и здоровье покупателей. Подробности в материале Жанны Бадашко «Без знака качества». С чего начинается утро в детском саду? Правильно, с зарядки. Будет зарядка, будет и здоровье детей в порядке. Как проходят спортивные занятия в детском саду «Теремок»? Узнала Татьяна Козырь.
В нашем городе есть квартира, в которой на 42 квадратных метрах площади прописаны 64 человека. Безусловно, к хозяевам таких квартир вопросы есть не только от проживающих рядом соседей, но и от представителей закона. Разбиралась в этом запутанном вопросе Зульфия Фарвазова. Это были лишь выдержки издания. Все подробности на странице газеты «Наш город» номер 16 от 18 апреля. Полезные качества меда известны всем, а купить качественный и свежий мед удается не всегда. На этой неделе такая возможность предоставлена жителям Муравленко. В городе вновь открылась ярмарка. На ней широко представлены не только продукты пчеловодства, также постельные принадлежности, обувь и одежда. Подробности в следующем сюжете на правах рекламы. Организаторы российского фестиваля меда в очередной раз подготовили для жителей Муравленко огромное разнообразие пчеловодной продукции. Более 50 сортов меда – перга, пыльца, прополис. Любители сладкого лакомства здесь могут попробовать и купить понравившийся товар от производителей из разных уголков страны. На ярмарке очень низкая вероятность приобретения некачественного продукта. Перед выставкой на продажу производится обязательное тестирование меда. Сегодня мы предлагаем муравленковцам новые сорта, которые мы привезли. Это очень редкие сорта горной липы, букет Абхазии и много, скажем, таких медов купажированные, как липа кипрей и так далее. То есть настоящие очень редкие сорта, которые у нас в России не везде, скажем, присутствуют. Ну и поэтому мы приехали на север, чтобы порадовать муравленковцев именно такими редкими сортами. Горожане также смогут приобрести на ярмарке подсолнечное масло холодного отжима. Оно произведено по специальной технологии, позволяющей сохранять витамины и минералы. Его неповторимый аромат и вкус сделает любой салат исключительным, а цены приятно удивят покупателей. Также действуют в нашем российском фестивале меда скидки. Это купившим от 3 кг и выше, также многодетным, ветеранам Великой Отечественной войны, социалистического труда. Также действуют 10% скидки. Так что ждем всех за покупками. Помимо меда, муравленковцы смогут приобрести одежду таможенного конфиската, обувь, кожаные куртки, брюки, постельное белье, одеяло и подушки. Ассортимент огромен, а цены низкие – от 100 рублей. Горожанам стоит поторопиться за покупками. Ярмарка будет работать с 17 по 21 апреля в здании бывшего кафе «Самарканд». В эти дни организаторы будут рады покупателям с 10 утра до 8 часов вечера. Светлана Грачева, Сергей Кириченко, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Спонсор прогноза погоды – магазин «Керама». По прогнозам «Гисметео», в четверг, 18 апреля, в Муравленко пасмурно. Возможен небольшой снег. Температура воздуха 3-5 градусов ниже 0. Ветер северный, сильный, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 749 миллиметров ртутного столба. Не упусти! Только в «Кераме» бесплатная доставка строительных отделочных материалов из Ноябрьска для жителей Губкинского, Муравленко, Ханымей и Вынгапуровского.